Смертельное ДТП. Иномарка снесла железное ограждение и врезалась в памятник Григорию Морозли на одноименной улице. По информации патрульной службы, автомобиль несся на большой скорости. Выехав на Морозлиевскую, водитель не справился с управлением и погиб на месте. Подробности у моих коллег. Даже дом содрогнулся, потому что сестра, она не спала. Она говорит, я почувствовала, как кровать прям, говорит, вот так тронулась. Ночная авария разбудила половину этого дома. Жильцы говорят, грохот от столкновения машины с памятником был очень сильным. Первая мысль – произошел взрыв. Я вышла, смотрю и услышала крики. Там парни куда-то бежали, начали. Ну, как паника. Они там то ли Славик, я не услышала, что они кричали. Там он умер, умер. А один говорит, нет, он еще дышит. Вот здесь вот лежал, получается, мужчина. И была милиция, и эвакуатор подъехал. При ударе передняя часть Hyundai полностью смялась. Прохожие переживали, чтобы авто не загорелось. 32-летний водитель погиб на месте. Пассажир в тяжелом состоянии находится в больнице. Предварительно можем сказать, что скорость была достаточно высокой. И по ходу движения, то есть не меняя направления, не применяя тормозного пути нет. Автомобиль так и совершил наезд на препятствие на памятник. Сам памятник не был поврежден. Образовалась лишь небольшая трещина на постаменте. У нас утром вышла комиссия туда по оценке того, что произошло. Но предварительно могу сказать, что машина врезалась непосредственно в постамент. То есть сам памятник практически не пострадал. Полиции пока не могут сказать, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт установит судмедэкспертиза. Юлия Долгонюк, Михаил Данилов, Думская ТВ.